Никита, что такое? Братец, ты на меня посмотришь. О, меня зовут Дубов Никита. Мне 6 лет. Я живу в городе Кишинев. Я учусь в лицее Гоголя, 1 класс. Музыкой я занимаюсь полгода. И научил меня папа. Я пришел на Аэталент, чтобы удивить и развеселить людей. Ну как, Никита, получилось? Да, получилось. А что ты расстроена немножко? Барабаны как-то не так звучали. А знаешь почему? Знаешь почему? Потому что звук сюда идет, а ты немножко сзади. Никита, если он одеврат, то бушар мне плачет форте мульти. Уж ты у кадако сам проблемы, кто были, полезли тине, информации. Я после спун, като ешь он талент. Adevărat. Браво! Mulțumesc! Da, Nikita, să știi că și mie mi-a plăcut. Am văzut nenumărate videouri pe YouTube cu copii mici, talentați. Tu ești unul dintre ei și mă bucur că la noi în țară există un astfel de băiețel talentat, pentru că ce ne interesează pe noi, ce este acolo. Noi avem talentele noastre, de fapt, da? Și eu totuși sunt foarte curios care o să fie verdictul lui Nicu. Din partea mea e un da! Nikita, почему ты такой испуганный? Мы добрые люди вроде бы, не надо нас бояться, все хорошо. Ты нам понравился, я тебе говорю тоже да. Спасибо. Где твоя улыбка? Ты не умеешь улыбаться? Да, умею. Умеешь, но не хочешь. Молодец. Сколько у тебя палок в руке? 2. Я тебе 2 раза говорю да. Спасибо. Спасибо, давай.